Этой зимой совхоз «Красная звезда» Курганской области отметил свое 60-летие. Самые славные страницы его биографии связаны с именем героя социалистического труда Григория Михайловича Ефремова. Сегодня имя замечательного директора носит местная средняя школа. Казалось бы, обыкновенные школьные уроки. Диктанты, длинные цепи математических уравнений, даты и формулы. Здесь прежде всего учат ребят самому главному – любви и уважению к земле, умению быть добрым и рачительным хозяином на ней. Еще при Ефремове была организована эта школьная свиноферма. Теперь тут ежегодно получают до 10 тысяч поросят. И это тоже уроки труда, нравственности, доброты. Недаром более половины выпускников остается в совхозе.